Я был прав. Это очень страшные тоннели. Каждый из них таит в себе кучу загадок. Тут, смотря какой тоннель ты выберешь, от этого будет зависеть, живой ты или не живой. Выбор за тобой. Чего? Тоннели? Я уверен, я смогу выбрать правильный. Меня точно ждет определенно сюрприз. Скорее! Стоять! За мной! Эй! Отпусти! Тоннели, ждите меня! Я почти пришел! Бегу! Бегом! Давай! Пришел! Еще один! И еще! И еще здесь! Кажется, он пошел... сюда. Ладно, не время медлить. Сейчас я должен все это сломать. Лень, ты че? Ты куда? Стой, Лень, нет. Господи, реально что ли? Он тоже смотрел это дурацкое шоу, где показывались тоннели. О, наконец-то я нашел их. Мне туда. Куда? Стой, Нупкин, подожди. Шоу не смотрел? Я не хочу смотреть это шоу. Это все дилетантство, все не по-настоящему. Нельзя идти в эти тоннели. Дилетантство? Иди куда шел, давай, Нупкин. Как пахнет-то? А что это? Ну, вообще, это следы Лени, но не спрашивай ничего лишнего, иди куда шел. А, все, ладно. Блин, зараза, промахнулся. Да, Нупкин тоже придурок, ну а что поделать? Нупкин выпал из мира. Я сейчас хочу, чтобы каждый из вас поставил лайк перед тем, как я пойду к этому бан-бану. Не хочется. Я тебя жду. О, господи. Блин, мне придется туда пойти. Да, придется. За мной. Да уже иду. Арбузкин? Ага, а я сюда пошел. Вы серьезно, что ли? Господи, как будто надо мной шутят. Ладно, наверное, сейчас мы... Лёня! Зараза такая! Ты чё дрыхнешь? Вставай! Извините, сэр. Вы кто? Пройдемте. Да пройдемте, у меня же кувалда есть, зараза ты такая, а? Как он меня достал? Вот зачем он поперся сюда? Нет. Да, Владус. Вот тебе чё? Я говорю, зачем ты поперся, а? Как зачем? Там в новостях сказали. Что сказали? Что вы здесь помрете? Там даже про приз ничего не говорилось. Ладно, Лень, давай так. Я сейчас возьму рычаг. Я знаю примерно схему, как можно пройти очень быстро эту игру. Хотя, возможно, тут есть подвох. Лень? Кто это сделал? Лень, это ты сделал. Я... Да, я. Смотри, в чем прикол, Лень. Дело в том, что вот эти яйца нужно искать в другой комнате. Почему они... Господи, нет, Лень, я дебил. Настоящая газовая камера. А ты что, тоже хочешь, что ли? Лайк поставил? Ты че? Ты че на? Лень, а ты... Ты че на? А? Лайк поставил? Ты че на? Ты че на? Мой друг... Идиот. Поэтому дай-ка я сейчас соберу этот пульт. Пульт от дрона. Да, все мы знаем. Лень, я подключаю дрон. Раз, два, три. Я тебя бросаю. Что? О, вот эта тема. Давай-ка, ну-ка, лети сюда, зараза такая. Только пультом неудобно управлять. Давай. Че, встал? Ты умеешь им управлять? Да, только что-то... Блин, зараза. Пульт-то садится, у меня батарейки-то... А, черт. Блин, еще этот дрон работать перестал. Ну ничего, я знаю, где взять батарейки. Я надеюсь, что ты сейчас поставишь лайк, потому что опять приключения из-за Лени. Ну класс. Три батарейки, надеюсь, будет достаточно. Лень, нет, Владус, нет. Что нет? Я не могу. Не смотри. Да, не смотреть, Лень, да что происходит? Лень, да что случилось там? Лень. Господи, иди высморкайся, придурочная башка. У тебя сопля висит здесь. Ладно, сейчас. Нужно, главное, правильно... Тихо! Не обращайте внимания. Тихо, слушай! Дебил. Отлично, батарейки поставлены. Лень, слушай, выходи, я надеюсь, ты высморкался уже. Лень, выйди. Ну, ты меня достал, ну правда, Лень, ну пойдем уже, а? Нам нужно дальше. Ой, спасибо, я профессор Икс. Да, он профессор Икс. Ты серьезно? Лень, ты придурочный, ты откуда его взял-то вообще? А, Лень, увези его, пожалуйста. А сейчас я пока активирую дрона. Так, давай. Я его
высморкал. Ну, наконец-то ты начал работать! Давай иди лети в ту кнопку, зараза такая! Отлично, теперь эту кнопку. Огонь! Так, теперь давай за мной, ты мне еще пригодишься. Хотя, стоп. Принеси мне 6 яиц. Вот в чем проблема. Кажется, в этой комнате их приблизительно 0. Поэтому сейчас, дрон, ты мне поможешь. Подсвети-ка каждое из этих яиц, и мы узнаем, где оно находится. Активирую чит-код. Отлично, дрон! Ты мне очень сильно сейчас поможешь! Ведь теперь я вижу каждый из них! Так, сейчас, секунду. Тебе помочь? Бум! Оденься, пожалуйста, я тебя прошу, а? Угу. Дебил, блин, шоколадный, давай это, помогай! Иди в ту комнату, ты же видишь все эти яйца, давай, иди собирай! Стоп, а ну что, за стеной? Так у меня кирка есть, это вообще не проблема! Нет, 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 что ты заделал? Да, Лень, ты что-то совсем? Бум! Не понял. Ты прошел сквозь этот аппарат? Отлично, забирай и пойдем за мной. А, куда его? Я тебе сейчас покажу, куда, Лень, давай. У меня девочку во дворе тоже так зовут. Как зовут его? Ну, типа почти Ева. Да, мой друг дебил, ну что с этим поделать? Неси давай птицы! А я пойду и возьму другое яйцо. Так, несу, несу аккуратно, главное не подскользнуться. Птичка, птичка, я практически донес тебе... Что? 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 Что это был за звук, Лень? Что произошло? Шло. Ты чё, придурок? Я упал. Не бей, пожалуйста. У меня как раз есть кувалда. Она мне, конечно же, не для этого. Я... Отнести? А, нет, нет, Лень, не трогай, не трогай. Я... Сейчас, секундочку. Не надо. Надо, Леня. Надо! Уголок наказания. Выпусти меня! Я больше не буду! Не переживайте, ребята, нету здесь Лени в уголке наказания. Кто я такой, чтобы его наказывать? Вы чего, думаете, что я совсем изверг, что ли? Нет. Конечно, если вы поставите, ну, 1020 лайков на этот ролик, да, то я его обязательно накажу, то, что он разбил яйцо. Выпусти, выпусти! Блин, да они тут везде спрятаны. Конечно же, я их все соберу. Пожалуйста! Осталось так, ну, чуть-чуть. И что там, 6 яиц нужно? Вот у меня же 4. И несколько из этих яиц находятся в секретной комнате, которую я вам сейчас покажу. Вы ее еще нигде не видели. Вообще на ютубе вы... Выпусти, выпусти, выпусти! Да-да-да, Лень, Лень, конечно же, выпущу. Зараза такая. Вот разбил яйцо, вот отдувайся. Что? Прячься. Что значит прячься? Нет, я не поним... Кто? Кто выключил свет? Стингер приближается. Черт возьми, звучит опасно. Пожалуй, я спрячусь на этой горке, здесь он меня не найдет. Обалдеть, это капец, стрёмно выглядит. Он, кажется, не зашел в эту комнату и сейчас... Тихо. Как он здесь вообще появился? Спокойно сидим на горке. Меня здесь никто не найдет. Главное в это верить, что... Бум. О, нет. О, нет, 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 нет. Надо бежать, причем срочно, потому что он сейчас... Давай за этот корабль, срочно. Тихо, 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 тихо. Обалдеть. Это что вообще было? Фух, свет включился. Лень! А, что? Ладно, давай я тебя выпущу. Давай иди за мной, только ни одного яйца больше тебе не доверю, зараза. Окей, босс. Каждое из них я донесу, естественно, сам. Да ну его нафиг, Лене, доверять. Яйценос Владус. Лень, кувалда. Молчу. Вот и молчи. Прости, яйценос Владус. Опа, словил? Блин, вот так вот. Последнее яйцо забираем, а что за этой дверью? Ты уже узнаешь, когда поставишь ровно 20 тысяч лайков, как договаривались. Ну что же, курица, на! Брат. Не понял сейчас. Она же должна была открыться. Лёнь. Я знаю, куда нужно идти. Там же есть еще одна комната, точно. В самом конце игры персонаж должен в нее зайти и, по идее, где-то здесь спуститься. Ага, вот так? О, нет. Лень, Лень, ты что надел? Зачем, зачем, зачем ты это сделал? Нафига ты? Ё-моё! Владус, мне не страшно. А знаешь, Лень, а мне тоже не страшно. Ой, это что еще за фигня? Ты зачем его убил?
Офигеть! Это еще что такое? Это Джош. Я его знаю. Я читал. Блин, черт, ты читал? Пока мы вниз спускались, мы его придавили, блин. Офигеть. Минус один бонбанчик. Ну да. А что делать-то с ним будем? Владус, пойдем? Да не ори ты, просто свет выключился. Лень, на факел возьми в руку, и все будет нормально. Так, слушай, сейчас мы разберемся. А хотя, что разбираться-то, дверь обычная, да? О, нет, Леня, тихо. Сейчас мы за ним проследим. Это еще что за фигня? Чего? Лёнь, ты это вообще видел? Он что, ушел в туман? Да! Он что, ёжик? Сам ты ёжик! Давай, пошли за ним, только аккуратно! В этом тумане может быть какая угодно ловушка. Ё-моё, это выглядит крипово. Фак. Скользкий пол. Реально скользкий. Аккуратно. Лёнь, ты здесь? А, все, я тебя вижу. Держимся рядом, потому что я не знаю, что там может быть. Это вообще похоже на какую-то дурацкую ловушку. О, все нормально. Лёнь! Иду! Да ты... Ты где его опять взял? Дедушка, вы как, в норме? Я... Профессор Икс. Это понятно. Я помню. Лёнь, ты реально дебил. Да хватит его об стену бить. Иди уже вперед, зараза такая. Там какая-то дверь, только мне вообще не хочется сюда заходить. Ну а что делать-то? Придется. Лёнь. О, нет. Блин. Фак. Ой, Лёнь, ты реально дебил. Вот. Все, давай, вот оно. Что? Почему мы стали спускаться? Лёня, прыгаем скорее. Да ну его нафиг, это просто ловушка какая-то. О, нет. Нас о таком не предупреждали, но это будет непросто. Аккуратно, сейчас мы по ним пропрыгаем. Все, есть, Лень! У тебя что, был крюк? Нет. Смотри, Лень, тут какой-то особый пульт. Дай-ка я его заберу. Лень, это же этот, как его, Флинт. Стоп, а куда это он пошел? Давай срочно за ним обратно по этим качелям. Ну, естественно, конечно, у Лени же есть крюк. За ним, Владус. Крюк было выкидывать не обязательно. А ну-ка, прыжок. Отлично, это еще что такое? Владус, я иду, не бойся. Ну да, конечно, не буду бояться, не буду, естественно. Так, ладно, я быстро этот лабиринт смогу пройти, но он выглядит очень красиво. Но не красивее, чем вот это слово. Владус, что за слово? Ну, Лёнь, это слово еще нужно составить, постараться. Напишите в комментариях, если у вас получилось составить из этих букв слово. Оно правда красивое. Го разделимся. Я назад, домой. Отлично придумал, дебил шоколадный. Хорошее разделение. Стоп, так я же уже дверь нашел. Мне осталось ее просто открыть и выбраться. Не понял. О, нет. А что ты меня мечом-то пугаешь? У меня кувалда есть. Ой. Если ты хочешь увидеть продолжение этого ролика, башка болит капец. Этот бомбан еще здесь. Прямо сейчас подпишись на канал и вот здесь. У меня есть план, я знаю, как отсюда сбежать. О, черт, подписывайся и смотри другие видео. Пока.